Концертно-спортивный комплекс – крупнейшее учреждение спорта в Новоуральске. Уникальность комплекса заключается в специфике его деятельности. КСК призван развивать физическую культуру и спорт, способствовать совершенствованию культурной и досуговой деятельности Новоуральска. Здесь проходит большое количество мероприятий, и многие в самом сердце учреждения – на льду. Развитие темы у Анны Акрамовой. Ледовая арена КСК уходит на каникулы. Процедуру размораживания льда необходимо проводить ежегодно. Спортсмены отдыхают после сезона, а ледовая и сложная установка проходит обслуживание всех систем, начиная с холодильной. Это важная и нужная процедура. Лед отслужил свой срок, и его пора размораживать, чтобы заново залить. В течение месяца мы будем проводить техническое обслуживание вот нашей вот этой холодильной установки. Она называется «Мамонт-450». Интересное название. Лед начинает растапливаться. Вот. Помогаем мы этому нашими ледозаливочными машинами. Они срезают слои льда, чтобы ускорить этот процесс. Лед срезается, убирается реклама, которая у нас замораживается под льдом. Вот. Убирается старая краска. И лед растапливается до бетонного основания. Потом мы, после того, как проведем ревизию этой системы, вот примерно 25-22, наверное, даже июня, мы включим обратно нашу холодилку, нашу холодильную установку и начнем намораживать лед. Вот. Рабочая толщина льда, которая должна наморозиться, 5 сантиметров всего на нашей ледовой арене. Мало кто задумывается, но есть разница между заливкой льда для фигуристов и хоккеистов. Для шорт-трека необходимо где-то 3,5-4 градуса, чтобы был лед минус. Вот. Для хоккеистов они любят более жесткий, быстрый лед, то есть им около 4 градусов, 4-4,5. КСК ждет в следующем спортивном сезоне всех желающих. Начнется он уже в середине лета. Кстати, создание ледового покрытия начинается в холодильной установке. Она обеспечивает необходимую температуру охлаждающей жидкости. Мощный насос прокачивает нужный раствор через трубы под полом катка. В результате бетон охлаждается до нужной температуры от минус 7 до 10 градусов. Привычный гул в районе парковки концертно-спортивного комплекса стих, а лед начал таять, чтобы в обновленном виде встретить своих посетителей в предстоящем спортивном сезоне. Анна Акрамова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания.